Жизнь в палаточном городке часто называют спартанской, с этим можно согласиться или нет, но в этом году участники Машука действительно как те самые легендарные спартанцы. Во-первых, их ровно 300 человек, во-вторых, они лучшие из лучших в своем деле и доказали это во время заочной смены Машука. Разместятся они здесь, расстояние между палатками не меньше 1,5 метра. И главное, что в целях санитарной безопасности каждому достанется отдельная палатка. Для тех, кто жил здесь в прошлые годы, это практически как номер люкс. Но перед этим придется пройти еще одно решающее испытание и сдать экспресс-тест на коронавирус при въезде на территорию. Как идет подготовка к открытию, проверил губернатор Владимир Владимиров. Он отметил, особенно важно, что Машук сохраняет и укрепляет статус Всероссийского форума. А в этом году, благодаря 3 сменам в режиме онлайн, получился действительно лагерь без границ. Участие в нем смогли принять молодые люди со всех уголков России. Сегодня установлены полностью палатки, установлены места для проведения обучения. Сейчас уже заканчиваем ортогональ устанавливать. Это самый крупный, большой наш... Большая территория для проведения обучения. И то, что сегодня мы дополняем это все программой для развлечения детей. Мы скалодром, сегодня канатную дорогу формируем. Это тоже, мне кажется, насыщает все больше и больше нас, нашу детскую площадку будем делать. И дальше вот то, что мы обсуждаем образовательную программу. Мне кажется, в этом году, несмотря даже на пандемию, мы подготовились гораздо лучше, чем обычно. Участников, как всегда, ждет насыщенная программа. Каждый их день будет расписан буквально по минутам. Они будут общаться, учиться, делиться опытом, а еще соревноваться. Победитель, получивший самый высокий рейтинг, сможет вернуться домой в родной регион уже не на общем автобусе. 19 сентября будет закрытие форума, подведение итогов работы и награждение активных. И розыгрыш главного приза автомобиля для лучших, для лучшего участника форума по итогам 300 мы его разыграем здесь на главной сцене и вручим ключи от автомобиля уже на сцене. Разумеется, в этом году особое внимание здоровью участников. Уже приобрели 11 тысяч одноразовых перчаток и масок. Их будут менять несколько раз в сутки. Также купили 50 рециркуляторов и 20 бесконтактных термометров, чтобы регулярно измерять температуру. Но это такие вынужденные новшества, сохранятся в лагере и прочные традиции. Например, каждый день будет начинаться с общей большой зарядки. Так что смело можно сказать, что Машук-2020 во всех отношениях форум здорового человека. Леонид Нечепуренко, Владимир Ходырев, Ставропольское телевидение.